Мы находимся на сайте интернет-магазина Stalex.su. Это первый фирменный интернет-магазин компании Stalex в России. Здесь вы можете приобрести качественный маникюрный инструмент и маникюрные наборы. На примере маникюрных наборов я покажу вам, как здесь покупать. Переходим в категорию «Маникюрные наборы». В каждой категории вы можете добавить необходимое количество товара в корзину. Нажимаем кнопку «В корзину». Товар в корзине. Если необходимо добавить еще товар, нажимаем «Продолжить покупки». Рядом с кнопкой «В корзину» вы можете проставить количество товара, необходимое в вашем заказе. Поставили, жмем «В корзину». Продолжить покупки. Как добавлять товар со страницы товара. Переходим на страницу товара маникюрного набора «Змейка». Здесь мы видим большую фотографию для того, чтобы вы могли рассмотреть расцветку и фактуру. Рядом видим превью маленькие. Это другие расцветки. Для того, чтобы она открылась в большом окне, нужно всего лишь нажать. Так как выбор расцветок велик и все не помещаются в окошке, есть прокрутка. Выбираем необходимую вам расцветку, которая вам больше нравится или вам подходит по настроению. А как выбрать расцветку и указать ее в заказе? Рядом с кнопкой «Купить» есть маленький квадратик. Нажимаем, открывается палитра расцветок. Выбрав необходимый вам квадратик, вы таким образом укажете, какую расцветку вы хотите добавить в заказ. Жмем кнопку «Купить», и этот салатовый наборчик отправляется в вашу корзину. Если вы хотите добавить разные расцветки одного и того же маникюрного набора, нужно нажать кнопку «Продолжить покупки», выбрать следующую расцветку и нажать кнопку «Купить». Все достаточно просто. Теперь попробуем оформить заказ. Здесь вы видите, что добавлен один и тот же товар, но с разными расцветками. Например, какой-то вы случайно добавили, его нужно удалить. Удаляем. Все достаточно просто. Если наоборот вы хотите увеличить или уменьшить количество какого-то товара, это можно сделать тоже в корзине. Как вы видите, стоимость считается автоматически. В корзине можно ввести промокод, если он есть у вас в наличии. В данный момент у меня промокода нет, поэтому я нажимаю «Оформить заказ». И мы попадаем на страницу оформления заказа. Здесь нужно ввести ваше имя, фамилию, имейл, контактный телефон и адрес доставки. В зависимости от того, какую службу вы выбрали, эти данные могут меняться. В данный момент работает служба доставки Почта России. И ваши контактные данные нам нужны для того, чтобы точно заказ попал к вам в руки. Тренируемся. Я ввожу вымышленное имя. В данный момент это название интернет-магазина нашего. Указываю имейл. Имейл должен быть действующий, как и телефон. Имейл нужен для уведомлений о состоянии выполнения вашего заказа. А телефон нужен для связи менеджеров с вами и курьера, если заказана адресная доставка. Итак, указываем верный телефон и имейл. Здесь внимательно. Почтовый индекс нужно начинать вводить первым. Сейчас вы поймете почему. Из выпадающего списка выбираете тот, который подходит вам, или продолжаете вводить. В данный момент это Москва, страна Россия автоматически определяется. Начните вводить город теперь. И из выпадающего списка выберите город. Укажите уличный адрес.
и выберите способ оплаты. Для жителей России доступна оплата наложенным платежом, для России и СНГ оплата банковским переводом и оплата картой Visa MasterCard международная, то есть можно оплатить из любой точки России и СНГ. Я выбираю способ оплаты банковским переводом и нажимаю «Подтвердить заказ». Сейчас на ваш email была отправлена квитанция, но вы ее можете также распечатать отсюда прямо с сайта. Открывается квитанция, и вы нажимаете «Печать» и печатаете квитанцию, с которой вам нужно пойти в любой банк и оплатить. Теперь посмотрим, что у нас происходит в имейле. Хочу обратить ваше внимание, первое письмо пришло с разовым паролем, который вы можете потом поменять. И второе письмо пришло непосредственно с квитанцией, которую можете в любое время скачать и распечатать, и пойти оплатить. Как только деньги будут зачислены на наш счет, мы отправим ваш заказ. В следующем видео я расскажу немножко подробнее еще о маленьких хитростях нашего сайта. Итак, вы были на сайте интернет-магазина Stalex.su. Это первый фирменный интернет-магазин компании Stalex в России. Добро пожаловать и приятных вам покупок. С вами был я, Конев Сергей, администратор сайта.